Проблема заключалась в том, что да, матч будет перенесен с той целью, что полиция, к сожалению, не согласилась обеспечивать охрану двух матчей одновременно в один день, поэтому матч был перенесен. Today Zenit was not at its highest point. It was not playing at the highest point that we usually expect them to play. Is it the fact that your team was not great, or is it that the opponent was really good? We rebuilt the new team after many years that Zenit had fantastic players. And now we have we need the time. It's only 2 months that we work. We change many players. And sometimes maybe we can play also a not good game. But to beat a strong team, we need the time. Also, if now we want to win the next game, we want to go in the groups. У нас на данный момент новая команда, еще не совсем сыгранная команда. Костяк команды не совсем сложился, как вы знаете, много новых игроков. Мы на это очень много внимания обращаем, но нашей целью является, конечно же, выиграть следующую игру. Maybe because in the first 20 minutes we were too wide and the ball goes for the striker very easy. Потому что следующие первые 4 минуты матча у вас был разговор с футболистами, помните, что мы сказали, какой был разговор? А для следующей, в принципе, нет. Пытался проинструктировать ребят, как нужно играть. Все это было в процессе игры. Коллеги, спасибо. Спасибо. Спасибо.